Всем привет, ребята. Сегодня я уже выпустил видео по Бравлу. И еще я буду выпускать видео по Майну. Это у меня написано. И по Роблоксу мы попытаемся. И даже по самому Among Us. Но в Майнкрафте мы сегодня показываем наши мастермайнды, которые мы строили. Да, это было несколько месяцев. Это куда? Да я просто тут хожу вот так. С чего начнем? Так, ну вот здесь смотрим, у нас кафешки, Спасибо. Тут у нас один дурачок поганый, которого мы не должны убивать из-за того, что... Когда начнется налет? Рейд обычно говорят на Майнкрафте. Сейчас переходим к следующему домику. Это у нас домик на дереве. Кстати! Это... Подожди, пожалуйста. Вот этот дом, он был построен по самой первой карте, которую мы играли с Рамилем. Он, конечно, не такой же, как и там. Но вообще, когда у Рамиля не было настоящего Майнкрафта, мы играли в не настоящий Майнкрафт, у нас был такой построенный красивенький домик на дереве. Но, к сожалению, это потерял. Потому что я удалил тот майн и пытался скачать из-за того, что у меня что-то были какие-то баги в том майне, я его удалил. Вы не думайте, то, что я просто это... Второй этаж. Я был очень расстроен, потому что мы там такое красивое делали. Да. Еще и домик в горе делали. Все, ладно. Ладно, не будем. Теперь мы покажем. Блин, а как мне спускаться? Я ненавижу вот так спускаться. Вот. Я всегда думаю, а вдруг я зайду по лестнице, на что тут ночью я смогу на ней забраться. Не всегда получается. Следующее. Стоп, мы идем в музей, который построил наш... Точно. Это я построил. Но он еще не доделанный немного. Мне кажется, его надо было делать полностью стеклянным. Было бы прикольно. Ну ладно, уже поздно, ты ничего переделать не будешь. Потому что это очень много. Я старался. Тут у нас еще нет никаких. Еще, но тут, короче, лежат предметы такие. Особенькие. Это что? Там еще второй этаж, но там такие же предметы. Блин, я обожаю, как вот этот алмазный меч переливается. Он так красиво переливается, и лук тоже. Так, ладно. Тут пойдем у нас ничего дальше. Нет. У нас же есть еще второй этаж тут. Да, он такой же. А ты что тут делаешь? Короче, я тебя жду у выхода. А точнее, я, если что, я в школе. Подошла к школе. И у нас есть еще третий этаж, на котором у нас есть красивое место. Вы видите вон то? Это красиво в темноте. А вот тут у нас изумруд, алмаз. Так, я потерялся в этом музее. А, ой. Так, пойдемте в мою школу, которую я построила. Да, это она построила. Ну, вообще, она немного недостроена. Да, мы долго просто не играли на этом миле из-за одного мифа. Мы очень боялись. Да. Кто? К нам приходит. Не обращайте внимания. Я слышу, что произошло. Пойдем в школу, пока что зайдем. Покажем. Да. Вот это дело было так. Мы решили провести. Про лавового человека. Да, мы взяли, короче, новый мир. Сделали ритуал. Вообще-то
Тут у нас библиотека в школе. Может, нужно было начать с первого этажа, а не со второго? А, ну, ладно. Так вот, мы решили его проверить, все сделали. Ритуал сделали. Позже расскажем, как это делается. Ну, может, попробуем еще раз выполнить. Мы решили, короче, пойти, ну, собирать еду. И, знаете, что произошло? Мы приходим и видим, как что-то красное двигается. И мы увидели, как дерево автоматически само по себе сломалось. Мы были просто в шоке, мы сразу же вышли с этого мира. И удалили его. Да. Нет, ну это жуткий мир. Ну, может, нам что-то показалось просто. Но там реально вот так что-то головой двигалось. И один раз было такое смешное, это что Алина перепутала свинку с лавовым человеком. Ладно, пойдемте в следующее задание. Знаете, как мы проверили? Там нужно было поставить... Крест. Кресты. Там один красный и два железных, да? Один красный. Другой железный, и у него по бокам красный. Это крест такой. И еще один такой красный из красных. Первый дом. И такой крест еще один из красных блоков, и по бокам у него железные блоки. Вот это наш первый дом с фамилией. Пойдемте в него, и мы покажем вам, мы сделаем ручку. Это наши котики. И три дети. Вот. Получается, у нас есть котики. У нас тут даже есть ловушка. У нас здесь есть котики. Да. И у них даже есть дети. Знаете, как вот этого котика зовут? Амурчик. Потому что вы, наверное, видели его у меня в видосике одно. Так, ладно, поднимаемся на второй этаж. Здесь у нас кухонька. Да, мы тут кушаем. Только посмотрите на эти блоки в сундуке. Да, мы это долго копали. Вообще, это почти я все сундуки заполняю. Ну, я потому себе оставляю. Я не знаю, но у меня себе. А вот мой сундук. Вот он тоже заполнен просто полностью. Тут у меня даже арбалет есть. И посмотрите в мой инвентарь, чего мы добились. Ну, тут все скрытие много. Так, ладно. Здесь наша спальня. Да, и покушать можно. Так, ладно. Идем. Тут у нас ничего нет. Сейчас спускаюсь вниз. Так, здесь находится наш скот. Здесь у нас лошадки есть. Да, свинки. А где моя лошадка? Она какая? У меня белая, у тебя коричневая. Цвет какахи. Я это чувствую, ее обзываешь. Так, здесь у нас есть еще свинки, коровки, овечки. И чтобы туда войти, я плохо помню, но я знаю одно. Тоже как можно. Ты куда пошла? Так, ладно, пошли дальше. Отошли отсюда. Потом у нас есть место, где мы рыбачим. Вот моя лошадка. Вот моя лошадка, она коричневая. А вот моя лошадка, она белая. Ну ничего страшного, то что у меня коричневая. Она еще и немного белая. Бегаем на ней. Где-то я чуть ли в лаву не упал на лошадку. Пошли, ладно, дальше показывай. Да, пошли. На лошадках будем показывать? Нет. Так. Лошадка, немножко тебе груза. А, я тут считаю. Нельзя на нее грузить. Сейчас. Я просто забыл, как сложить. Отойди, лошадка. Так, ребят. Здесь у нас находится наш бассейн. Да блин, Рамиль. Да иду я, иду. Куда пошел? Не знаю.
Там у нас есть бассейнчик. Вот такой бассейн. И есть одно классное место. Вот, тут можно с вышки. Еху! Блюх! А там утопленники. Нет, там нету утопленников. Но просто, вот, когда мы прыгнули, там было очень много. Сейчас мы всех утопленников убили. Здесь находится наш огородик. Кто тут растоптал? Так. Посадил морковь. Здесь мы рыбачим. Рыбачим. Стоп, а где моя удочка? Ладно. Короче, пойдем другое показывать. Мы уже все тут показали. Что мы не показали? Я не знаю. А, точно, палатка. Тут у нас костер. И тут у нас, как видите, кровать, чтобы спать. Да. Но мы тут редко спим, потому что мы не можем спать из-за... Мы просто не добегали до дома и решили заснуть там. Так, ладно, пойдемте дальше. Дальше опять самое интересное. Потом мы решили, короче, начать строить дом. Камиль, идем там. Иду. Я через ветвя иду. Это вообще мой мир, но мы делали его вместе. Так что это наш мир. И называл я его «Мы крутые». Походи давай. Только потом поставь сюда. Ну давай, показывай. Тут у нас есть. Знаете, что тут у нас есть? Тут у нас и есть. Подожди, вообще это все... Да я первое показываю с самого низа. Или наоборот. Тут у нас вот это есть. Я не знаю, как это называется. Ну ладно. Тут у нас есть проход в отель. Склад только для администраторов. Тут у нас пока что ничего нет. Ты показал баньку? Нашу баньку, которую мы сделали. Очень у нас есть банька. Да. А это наш отель, который регистрация. Я. Мария Львовна. Только ее не зовут так. Ты куда забрал это? Нет. Я не забирал книгу. Кто, блин, забрал? Ладно, потом найдем. Я вообще все книги выкидывал. Так, это у нас обычные книги, они стоят недорого. Да. Вот это железо. Я поменяла цену. Это недорого, да? Вообще-то нет. Ну, чтобы снимать на месяц. О, кстати, вон там у нас шахта. Ладно, идем. Не буду вперед. Тут у нас еще один есть домик, но он не такой крутой, он маленький. Но зато, смотрите, вы видите здесь водичка, да? Это фонтан. Но тут есть покруче место одно, в котором... Да, которое я... Вообще весь отель я обустраиваю. Ну... Ну, одну комнату я построил, по-моему. Вот комната, которую построил я. Она маленькая, но крутая. Так, пойдем дальше. Здесь еще одна комната есть. Сюда иди. Сейчас. Вот. Тут у нас балкончик. Тут у нас еще одна комнатка. Мне она не очень нравится. Но линия, она нравится. Мне тоже не очень нравится. Эта комната вообще не нравится. Она не очень сильно. Я ради этой комнаты построила фонтан. Да, она мне очень нравится. Ладно, пойдем теперь вот в этот домик. Вот как вы видите. Рядом с фонтанчиком. Так, это какой там домик? Только это не домик, это шахт. Нет, я по-другому. Пойдем за мной. Не спускайся. Которую я построила. Пойдем. Может, они это даже и оценят, я не знаю. Они не ставят мне лайки. Это обидно.
Здесь у нас огромное поле находится. Давайте я вам покажу наш склад. Мы его еще не показывали вам. Тут у нас красивый вообще офигенный фонтан. Тут у нас... Здесь мы складывали. Здесь только один фонтан. Да, вот. Вот, в котором я сейчас нахожусь. Вот в котором я сейчас сижу, зайди в него. Офигеть! Вот он полностью заполнен. Проходим дальше сюда. Сейчас. Я ничего не знаю. Все, идем мы сюда. Тут у нас ничего нет. Угу. Проходим. Ой! Ну ладно, так красивее даже как-то. Здесь заливочное место, где мы будем варить дети. Вот. Потом это... Ты куда ушел, блин? Да я просто поставил гелик-то, чтобы красиво было. Так. Потом здесь домик. Её. Это мы начинаем... Это не мой домик. Потом мы, короче, начали вот с этого домика начали строить город. А здесь потом есть мини-банька. Да, это мини-банька. Так, пойдем. Проходим. Теперь я покажу вам, а не я дом. Ну, идея вообще сверху ее на втором этаже как построить. В этом доме есть идея. Да. Ну, если под этим видео наберется, то мы его покажем. Сколько лайков? 5. 5 лайков? Давайте 10 лайков, и мы вам покажем секретное место. Да. Ну это, не знаю, как это описать своим. Короче, ладно. Тут у нас балкончик мой. Покажу сейчас. Что, заходим в магазин? Да, заходи, показывай. Заходим я в магазин. Показываю. Тут у нас можно покупать всякое, но не все еще тут сделано. Нет, тут все сделано. Тут некоторое не заполнено. Я имел это в виду. А, нет, тут просто товаров мало. Тут все это. И тут я сделал один бассейнчик, в котором есть тоже одна секретка. Эта секретка не очень крутая, так что вам можно ее показать. Я вам покажу. Показываю вам секретку. Вот. Она маленькая, да. А я тут вещи у нее тылю. Ты что, не видишь тот сундук? Но я не тыль на самом деле. Ладно. Я ничего не забирал. Так, теперь пошли. Тут у меня бассейнчик. Да блин, меня куда-то утягивает. Откройте дверь. Блин, как это возможно, то, что меня так утягивает? Течение. Я вижу твой ник. Вот, здесь у нас поле, смотрите. Да. А вот эти вот бочки, это мы сюда складываем пшено. Пшено, в которое я складывал, вот. Это самое, вот это. Самое первое. Теперь пошли сюда. Теперь пошлите. Нет. Так. Здесь мы пытались сделать портал, но ничего не получилось. Тут у нас что-то непонятное. Я не знаю, кто тут пошел. Так, пойдем, это банька, наверное. Пойдемте в нас. Ты куда ушел? Я уже показал баньку. Ты эту. Спа-салон не показал. Какой спа-салон? Короче, ребята, на шапочек. Да. Я говорил. По-моему, видосе. А здесь место, короче, где будут лежать все ресурсы и где будут люди принимать рабочих шахтеров. Так, пошлите спа-салон покажу. Все, я показала вам. Это не совсем спа-салон, а этот
если солнечные. Стоп, они же ничего у тебя не видят. Так вот, блин, я тебя прошу, чтобы ты пошел за мной. Тут у нас спа-салон. Вот. Ладно, давайте покажем наш домик. Да. Что, вы Вику возьмете играть? Да тихо, тихо. Ты чё, блин? Ребята, извините, просто нам тут немного помешали, ну ладно. Вот наш домик. Да, это наш домик. Ну не только ты же обустраивал. Ну, вообще-то весь дом я обустраивала. А сам вот это вот все, которое вот ну, это. Я тебе сказала, чтобы ты его поменял, потому что мы потом начали делать из кости, так как он начал делать его из дерева. Так, ладно, пошлите дальше. Так, да блин! Тут у нас поле. Вы уже показывали. Да, мы, по-моему, показывали. Ты пошлите в спа-салон. Все. Нет, мы показывали спа-салон. Ты не показывал. Я показывал, я заходил. Подожди. Ты вот это показывал? Вот это вот. А, ты про это? Я другой спа-салон показывал. К нам Вика зашла. Вика? Зашла. А что такого, то, что она зашла? А мне опять скин сменялся. Я хотела за своим скином ходить. А ты со своим вообще-то? Я так-то вижу, не свой скин. Так, ладно, проходим в наш спа-салон. Ты здесь был? Нет. Здесь вот это просто место кайфовое. Я его строил. Это моя задумка. А, только тут глаза больно. Хоп. Хоп. А где находятся эти блоки светящиеся? А, я не помню. Я это давно строил. Тут у нас еще возле спа-салона банька. Ну, только банька вообще. И последнее, то, что у нас есть. Последнее? А что? У нас есть еще одно место классное. Вон оно, но мы его в конце покажем. Да. Так. Тюрьма. Да, мы злые. Тут у нас, как это видите. Алина? Тут у нас тюрьма. Вся. Видите, у нас тут камеры есть. Тут у нас вот самое это. Самое главное, что у нас здесь есть. Это столовка. Да. Сейчас. Пойдемте кушать. Камеру вы уже поняли, то, что оно все есть. Это вообще какая-то не тюрьма, а какой-то спа, если честно. Почему спа? На кухне. Ну, для. Это настоящая кафешка, блин. Еще у нас есть железное дерево. Мы просто не. Да. Тут. Которое я строила. Это прикольная задумка. Потом здесь люди не могут пообщаться с опекшенными. Сейчас я покажу. Вот. Вот это место. Вот сейчас они смотрят, ты заключенный. Стой! Подожди. Почему я заключенный? Потому что ты в тюрьме. Вот. Смотри, я с тобой разговариваю. Но это спам какой-то, а не столовая. Это спа. Это кафе, блин, какой-то. Это спам какой-то. Так, ребят, самое здесь, что классное. Ну, хотя нет, не самое классное. Ой, я тебя жду, Хайли. Ребят, самое классное, это что у нас тут есть. Да, блин. Смотри. Ты знаешь, какая ситуация произошла? Страшная.
Мы с Гемилем, короче, решили поискать. Мы хотели зайти вот этот портал и дракона. Мы нашли деревню и нашли вот это место с драконом. Мы там поспали и забыли вообще. Ну. И когда мы умерли, мы находились там. Рами как чуть ли не начал плакать. Типа, все, наш мир потерян. Значит, как бы мы далеко ушли, мы не знали дороги. Я потом как начала летать. И все-таки нашла. Ой. Это место, где мы сражаемся с мобами. Да, только можно отсюда лучше уходить пока что. А то я не хочу пока что драться. Ну все, ребята. Ну вот и ролик подходит к концу. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.